Будни неизвестного артиста. Неизвестный артист. Дорога домой. Ну что, дорогие дамы и господа, зрители потрясающего сериала. Сегодня воскресенье, метель. И на этом предновогодние приключения 2021 года не заканчиваются. 21 год встретил меня телевидением, а провожает радио. Не знаю, как у вас, а в моей голове сейчас типа «Что? Что?» Рассказывает и рассказывает Москва. Здесь находится радиовышка. Но иду сегодня немножечко в другую дверь. Союз журналистов. Журналистов. Ну что ж, поехали. Беру вас с собой. Окей, let's go. Если ветра нет, в таком случае берешь с собой вентилятор и с вентилятором. Ну что, мы на месте. Да, сегодня у нас в гостях Дарья Никонова. Это радиовышка. Сразу видно, профессионал заговорил. Ну не профессионал, я пока очень талантливый любитель. Не волнуйся, мы тебя, если что, всегда подхватим. Не бойся, если тебя понесет, мы тебя оборвем. Понесет, знаешь. Моя любимая фраза, все мы люди и не только. Да. И не только люди. Вот здесь ссылочка на инстаграм Леры. Ой, я побежала. Все, Лера побежала в эфир. Добрый. В гостях шоу «Москва онлайн. Горячая гостья», преподаватель в вокальной школе, участница проекта «Интуиция» и автор песен Даша Никонова. Мои коллеги Лера Рыжик и Дмитрий Киреев будут задавать самые каверзные вопросы. Твою мать. Ну все, погнали. У меня на почте. Страшно. Добрый вечер. В студию «Радио Вышка Москва» онлайн с вами Дмитрий Киреев, Лера Рыжик и наш гость Даша Никон. Привет. Даша. Мы знаем о том, что ты являешься преподавателем вокала. Есть такое дело. В работе преподавателя меня всегда пугала зацикленность. Ты должна всем рассказывать одно и то же постоянно. Как ты с этим справляешься? Меня тоже это пугало всегда. На самом деле все зависит от человека. Приходят же разные люди, и ты с ними взаимодействуешь. И как-то этот вопрос сам собой отпадает. А вот опыт твоих выступлений, он тебе как-то помогает, когда ты работаешь как преподаватель? Я стала увереннее. Это опыт, поскольку мы знаем эту кухню изнутри, есть что показать, что рассказать, и мы стараемся наших учеников в эту самую кухню окунуть. Предлагаю вам послушать приятную музыку на радио Вышка. Ну как ощущения? Средний, смотрите, не закройтесь. Смотри. Мы точно знали, когда закрываемся, я показываю вот так. Или вот так. Это значит, что это уже совсем конец. А если вот так, это не конец точно. Это мои вопросики. Большой списочек. Все отлично, мы подготовились как надо. Ну ладно, пойдемте, тишина. И мы все вместе с Дэвидом Гетто и Сией говорим «Ауф!» Дарья Никонова, прекрасный исполнитель шоу «Москва онлайн» Лера Рыжик и Дмитрий Киреев. Ты у нас еще и прежде всего артистка. Ну, так здорово. Да. То есть ты же была у нас на «Интуиции» музыкальной. И как это вот ощущение твое выглядит? У нас комики были в нашем выпуске, звезды шутят, и ты, я еще в первом ряду стояла, 17 камер, все там на меня. Трудно сдержаться, не смеяться, я поэтому смотрела в одну точку, залипала и старалась вообще никого не слушать. У нас сейчас есть шанс послушать твою композицию, давайте этим займемся. Класс, да, небольшой кусочек, специально для вас, радиовышка. Даша, ты звучишь на радио. Зря песню написала. У меня есть выпуск, кстати, «Будни неизвестного артиста». «Будни неизвестного артиста». У меня есть вопрос про «Будни неизвестного артиста». Привет! А, кстати, вы в «Буднях неизвестного артиста». О, класс! «Будни неизвестного артиста». Да, твой проект, твое детище. Ой. В общем, это сериал, интернет-сериал. Было задумано, что это будет инстаграмный интернет-сериал, только в инстаграме 4 минуты. 3 минуты уже не очень получается укладываться. После «Интуиции» мне стали писать: «О боже, есть же YouTube, почему ты туда ничего не выкладываешь?» Я думаю, действительно, почему бы и нет, когда да? Вот, и поэтому я теперь выкладываю и на YouTube тоже, а там нужно, чтобы было минимум там 10 минут вроде, чтобы оно, ну, нормально.
нормально так залетало. Как долго ты уже делаешь эти успехи в буднях неизвестного артиста? С конца 2019 года я начала это делать просто от безысходности, потому что у меня, ну, ничего не было, по сути, особо такого, каких-то, ну, там, достижений. И я подумала, блин, а почему вот влоги там снимают известные артисты про свою известную жизнь, но никто не говорит, как это было до того, как они стали известными, как вообще проходить этот путь. И я подумала, все. Этим займусь, пожалуй, да. В моем плейлисте очень много чиллаута, эмбиента, медитативной музыки. С недавних пор я медитирую. Да, очень классная, кстати, вещь, полезная, советую. Вот, и все такое мелодичное, фоновое, перетекающее, инструментальное. Приятно. Очень хорошо. Что выберешь? Так. Авторская музыка или каверы? О, безусловно, авторская. Я всегда топила за авторское. С тех пор, как взяла в руки, ну, инструмент впервые там, в жизни, начала писать песни, в 12 лет написала, всегда хотела только авторское. А если перепеваю кавера, то делаю это, ну, стараюсь сделать по-своему, какую-то аранжировку свою сделать, вот, переосмысление свое. В таком случае сразу же... Даша, а когда следующий трек? Нет, да, нет, да. Предыдущий был в 2020-м до карантина. Да, до карантина я успела его выпустить. Даш, как тебя найти? Расскажи нашим радиослушателям. У меня много ссылок, кстати. У меня прям даже есть этот топлинк в Инстаграме. На самом деле все очень просто. Мой псевдоним Даша Никон. Даша Никон слитно от фамилии Никонова, а не потому, что это фотоаппарат Никон. Спасибо, Даша, за то, что посетила наш уютный, теплый эфир. Спасибо большое. Пожелай, пожалуйста, нашим радиослушателям что-нибудь на Новый год. Желаю вам хорошей музыки, классных сериалов, документальных фильмов. И просто будьте в гармонии с собой. Спасибо. Спасибо. С нами в студии Спасибо. Москва онлайн была Даша Никонова, Лера Рыжик и Дмитрий Киреев. Пока-пока. Всем пока. Ура! Спасибо. Меня слушали 50 тысяч человек. Подписывайтесь на каналы этих потрясающих интервьюеров. Радио Вышка, вот здесь тоже радио топовой музыки. Ну я погнал. По мне видно, да, что я выходила первый раз в эфир. Сейчас покажу, что происходит на радио в то время, пока играет музыка. Можно, да? Инвестирую в себя, так сказать. Эти парни двукратные обладатели профессиональной премии Russian Dance Music Awards. И авторы Свонки, что в переводе значит шикарные. По крутости этих ребят. Как красиво! Свобода! Давай. А что вы обычно говорите, когда все заканчивается? Пошли вон. Всем спасибо. Ты не понимаешь. Ой. Пойдем. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Ну что? Ну все, все. Можно врываться в 2022 смело. Пока. Это будни неизвестного артиста, и мы снимаем клип. А есть Марик ему в лицо чем-нибудь таким светом? Какие ваши ощущения, Георгий? Холодно, холодно. Опиши песню одним словом. Мокрый. Специально для будни неизвестного артиста. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. И сделайте уже в конце концов эту кнопку серой. Черт меня подери, ребят. Ну давайте, научился, давайте. Научился. Ну, давайте, ребят. Лайк. Господь. Шарман. Поехали. Ну, снимаем бэкстейдж сегодня. Неизвестных артистов специально для будни неизвестного их артистов. Неизвестного. Ой, я фронталку включил. Гантье.
к Канте. Режиссер попросил нас встать, мы встали. Новая локация, песня та же. 5, 6, 7. И все вместе. Могу понять, что еще нам терять. Классная акустика. Больше не строится. Ты не можешь понять? Я не знаю. Не можешь? Это было просто потрясающе. Ну что, у нас почти финалочка. Снимаем обложку. Специальные новости с места событий. Вот мы стоим типа в кадре, а это наши режиссеры. Это фотографии, это фотосет. Спасибо. Я вновь ночую. На днях я узнала, что меня взяли в один проект, заявку я подавала еще в июле. Этот проект музыкальный, музыкальная лаборатория, где со всего мира собирают музыкантов, чтобы встретиться, заколабиться, написать трек «Никто друг друга не знает». Это образовательная история, там будут эксперты с лейблов и крутые артисты. Так что мы жестко врываемся, мы едем в Тюмень. И это все новости на сегодняшний час. Всем спасибо!